Всем привет, с вами снова славный Друже Обломов. За последнее время огромное количество людей просили сделать перетест на Достоевского. Но это справедливо, потому что прошлый обзор был больше года назад. А до этого лет 6 назад или типа того, у них появилось много новых позиций. Чтобы вам было интересно, мы сравним некоторые позиции, которые были там. Мы сравним по цене и по граммовкам, были там год назад. Ну и, собственно, проверим, что... Я понимаю, что будет дороже. Все-таки у нас 22-й год, а не какой-то 16-й, типа того. Поэтому я думаю, что будет сильно дороже, но посмотрим, изменились ли граммовки в худшую сторону. Или в лучшую, кто его знает. На самом деле Достоевский держится достаточно долго. По-моему, Достоевский один из самых олдовых. Да, по-моему, это одна из самых олдовых. Машунь, он же круглосуточный, по-моему, всегда был. Он один из самых олдовых круглосуточных доставщиков хавки. Включая там пиццы, лапшу, роллы и всякое такое. И вроде как Достоевский всегда был, ну, норм. Ну, типа, не божественный, как это там, мореман привозит там живых устриц, там вот это. А типа, ну, пожрать можно, в принципе. Поэтому давайте посмотрим. К сожалению, обзор непродажный, к моему великому сожалению. Платите мне за славные обзоры. Ну ладно, давайте посмотрим. Одна из фишек Достоевского, я так понял, что у них большое количество кухонь по всему Питеру. Подожди, в Москве есть Достоевский? Я чуть не уверен. Мы когда были в Москве, не проверяли. Неважно. Короче, они привозят достаточно быстро. Вот сейчас у нас еда уже стоит за кадром, и они обещали привезти там за 50 минут, привезли за 45. Ну, то есть вам привозят еду до... Причем это как бы был час пик, сейчас, ну сколько... Ну ладно, уже не совсем, типа 8 вечера, но тем не менее, многие 8 вечера заказывают себе похавать. То есть они везут достаточно быстро. И каждый раз народ спрашивает: друже, ну как же ты окупаешь все свои славные... Я шучу, никто меня ничего не спрашивает. Реально блогерская тема сказать, что меня постоянно все... Да никто тебя не спрашивает, даже ТикТок такой был, типа: ребятушки, вы постоянно меня спрашиваете, кто тебя там что спрашивает? Все время несешь, никто тебя ничего не спрашивает. Ладно, неважно. Вы постоянно спрашиваете, все равно зайду с этих карт. Как же ты оплачиваешь все славные обзоры? Конечно же, спонсорской минуткой. А спонсор видосика, возможно, самая выгодная карта для ежедневного использования Тинькофф Блэк. Ясен красен в лимитированном, ярком, запоминающемся дизайне с пипячником. До 30% кэшбэка от кучи партнеров. Список пополняется постоянно. До 15% кэшбэка на 4 категории, которые вы выбираете самостоятельно, какая вам важнее каждый месяц. До 7% годовых на остаток по счету, и бабло капает каждый месяц. Наличку цепляешь бесплатно в любом банкомате мира, то есть не нужно волноваться, что там будет конская комиссия. Халявные переводы по номеру телефона даже в другой банк. Но на этом пипяка Black карта не останавливается. 20% на игры, 15% для тех, офигенный кэшбэк, 15% для тех, кто любит поесть в Яндекс.Еде или Деливери. До 30% на билеты в кино и театры, причем можно выбрать схему зала и сохранить билеты в приложении. До 10% кэшбэка в ресторанах. Выбирай дату, ресторан, сколько будет гостей и, собственно, получай назад 10%. Авиабилеты, бронирование отелей, бензин, парковки, штрафы, все делайте через приложение Тинькова и получайте со всего кэшбэк. А если ты затупил, служба поддержки 24/7 все объяснит. Переходите по ссылке в описании и заказывайте карту Тинькофф с моим дизайном. Спасибо спонсору за те 4000 рублей, которые мы отдали за заказ. А еда на стол. Вот, собственно, и оно. Везут они своими силами, то есть достаточно крупная доставка, поэтому у них свои курьеры, термосумка была. Ну и, собственно, чё греха таить, на самом деле все достаточно тепленькое. Для теста я просто проткну суп, например. Так, давай сюда. И посмотрим. По-моему, там около 43-46 градусов. Да, даже больше, 50 градусов. Ну, то есть, ничего не протекло, комплектация отстой. Вообще, подожди, а чё, а где... Ко всему идет по одной вилочке, по одной ложечке, к Цезарю отдельно сухарики, комплектация салфеток на 4000 рублей, вот такая вот. Но зато у них есть брендированные, стандартная фигня, брендированные соевые соусы, имбирь, бла-бла-бла. Ничего не протекло, ничего не кривое, здесь докапываться не будем, давайте пойдем по горячему сразу. Первое у нас идет дабл-бургер, который год назад весил 338 грамм, а должен 280. На самом деле он стал дороже не сильно, а теперь он весит 257 грамм. Он стал стоить на 9 рублей дороже, и он стал весить не 280 грамм, и не 380 грамм, а 257. Короче, безусловно, дабл-бургер стал весить сильно меньше и стал немного дороже.
это 100%. А то, что он стал дороже на 9 рублей за год, это меня не удивляет. А вот то, что он стал меньше, меня немножечко угнетает. Давайте посмотрим. По виду это один из самых стандартных бургеров, что я вообще когда-либо видел. Сухая котлета, две сухие котлеты. Немного то ли чеснока, то ли чего-то. Я на самом деле его разрезаю, непонятно зачем. И полностью волдоновая котлета, немного огурчиков. Если есть какой-нибудь рецепт бургера из столовки, то это он. Обычная покупная булка, немного соуса типа там астория или около того, чего-то сырного, кусочек салата. Мясо прожевывается еле-еле. То есть, честно, эти котлеты, они сделаны из супер сухого мяса. Просто... Ладно, пока что немного огорчительно. Ничего ужасного, но, блин, он должен весить сильно больше. И он весил сильно больше. Ну, теперь как-то вот так. Пицца пепперони с сырным бортом. 695 грамм, 579 рублей. Но выглядит на самом деле неплохо. 695 грамм должно быть. Весит 640 грамм. А весила она 763 грамма. Что я могу сказать? Во-первых, у Достоевского появились недовесы, при этом достаточно большие. То есть все стало дороже, не сильно, не сильно, но появились недовесы. Да, если кому интересно, граммовки из официального приложения, но пицца, я не знаю, народ, это сетевая пицца. Мне казалось, что было лучше. Какой-то полусыр, полутворог, дешевые пепперонки. Реально какой-то, я не понимаю, то ли сыр, то ли творог, какая-то... Блин, ну фиг знает. Сырный борт проинспектируем. Но здесь тоже какой-то сыр. Ладно, окей. Давайте посмотрим, что сухой. Уха должна весить 300 грамм за 369 рублей. Нифига не дешевая на самом деле уха. Должна весить 300 грамм, весит 348, а весила 350 за... А, весила 360, а сейчас весит 348. Опять же, типа по мелочам, и она стоила 350 рублей, а теперь 369 стоит. То есть все стало дороже и весить меньше с прошлого года, за один год. То есть Достоевский, друзья мои... Не хочу их хейтить. Блин, что-то рыбы не особо... Не, ну рыбка есть, но как-то... Блин. Блин, кобздец. Я, короче, не знаю. Серег, ставь кадры вот годичной давности. Но было прям лучше. То есть, это водянистая штуковина. Просто супер водянистая. Знаете, типа... Водичка наполовину с молоком, даже не со сливками. Просто водичка. Чёрт, какая-то ботва, народ, если честно. Боул с лососем, 330 грамм, 419 рублей. 330 грамм должно быть. Здесь 380, но, само собой, тут добрано все рисом. А, между прочим, он весил 297 грамм, да? То есть боул у нас стал больше. Однако, по внешнему виду, опять же, нужно сравнивать. Рыбы здесь столовая ложка. Попробуем рыбу. Авокадо мягкая, рыба посредственная. Немного побелевшая, вот не знаю, прикосновение к капусте, что ли, фиг его знает. Я не знаю, небольшой я фанат боулов. Очень редко они встречаются вкусные. Зеленая фасоль, огурцы, рис. И мне всегда, сука, мало рыбы. Подожди, а боул с лососем стоит 419 рублей. А стоил 399, то есть он тоже стал дороже на 20 рублей. Надо было взвешивать рыбу отдельно в тот раз. Мне всегда не хватает в этих боулах рыбы, то есть типа у тебя дофига риса, просто дофига риса. У тебя дофига там авокадо, какой-то капусты, которая ничего не стоит, огурца, которая ничего не стоит, и у тебя столовая ложка рыбы. Каким образом я должен, вкушая все это, ощущать рыбу? Ее не хватает на это блюдо. Но, по крайней мере, нет недовеса. Это... Ладно. Ну и пойдем по мидиям. Мидии любопытная штука. Ну, взвесим их... Я вот не помню, я их измерял в коробке или нет? В коробке, по-моему, да, в прошлый раз.
А 130 грамм тут точно есть. Стоят они сейчас 389 рублей. И раньше было 204 грамма, сейчас 254. Точно я их взвешивал в коробке, Маш? Хорошо. По крайней мере, хоть что-то не так плохо. Здесь нет недовеса. Очень много майонеза. Очень мало каких-то пикантных составляющих. То есть это мидия, и она просто в куче майонеза ни о чем. Не, я говорю, Достоевский никогда не был супер фешенебельным местом. Блин, у меня было ощущение, что было лучше. Фиг его знает. Все, что я рассказываю в этом видео, это мое оценочное суждение, потому что я вспоминаю, что было год назад, вспоминаю, что было 6 лет назад, я вспоминаю, что когда я еще жил на другой съемной квартире, я постоянно ночью, а я типа супер поздно ложился, я заказывал именно из Достоевского, потому что ничего не везло. Ну там Два берега был отстой, там Оллис был плохо, а Достоевский привозил норм достаточно быстро, то есть типа норм, скажем так. Сейчас я бы вот эту вот кашу в майонезе... Надо, чтобы вы понимали, здесь нету ни остроты, ни чесночности, ни соевости, ни пикантности. Это просто залито мазиком. Просто ты ешь жир. Филадельфия 280 грамм должна весить. По-моему, здесь есть 280 грамм. Нет, нифига. 249 грамм она весит. А весила она 299 грамм раньше. И стоила она 389 рублей, а сейчас стоит 415. Короче, народ, во всем, в чем нельзя напихать там кучу риса или залить майонезом, везде пошел недовес и увели... Это не Филадельфия, нихера. Извиняюсь. Возможно... Да, здесь, если что, это не мы тупые. Я хотел сказать, что мы тупые. Здесь написано Roll Philadelphia. Ну ладно, перепутали. Повторяюсь тогда. Начнем этот раунд заново. Филадельфия должна весить 280 грамм за 415 рублей. Весит 250... Одна фигня, 254 грамма. А весила, повторяюсь, 299, короче, 300 грамм она весила. Весит на 50 грамм меньше, стоит на, сколько, 30 рублей дороже. Вот и все. Это меня затралить решили сегодня? А дай-ка чек, пожалуйста. Че за... What the fuck? Народ, если кому интересно, вот наш чек. Ролл Филадельфия, ролл Калифорния. Поставьте на паузу. Дальше роллов нет. Ролл Филадельфия, ролл Калифорния. Вот это должен быть ролл Филадельфия. На нем написано ролл Филадельфия. В итоге нам забили болт привезти Филадельфию. Вот и все. Я не знаю, народ, просто... Сначала тебе привозят заказ. Вроде все нормально, привезли быстро, все аккуратненько, ничего не протекает. Потом ты видишь, что ты там 3,5 салфетки. Ну ладно. Потом ты видишь, что большая часть блюд стала весить меньше. Ну ладно. Потом ты видишь, что большая часть блюд стала дороже. Ну ладно. Потом ты видишь, что пицца, которая стоит, между прочим, немаленьких денег, на ней что-то то ли сыр, то ли не сыр. Понятно, что она подостыла, там все дела. Частично это наша вина, мы еще на студию заказ везем там 10 минут. Но тем не менее. Ну, ролл с крабовыми палками внутри, народ. Куча риса с крабовыми палочками. Ладно, пофиг. Давайте к последнему. Шаверма 290 грамм, 269 рублей. Должно быть 290 грамм. Тут 264. Шаверма с курицей. Разрываем. Открываем. Видим пету. Недостаточно поджаренную, потому что она прям мягкая. Разворачиваем. Видим соус карри. Соус карри не мой любимый соус, просто почему это не называется там ролл-кебаб? Майонезная карри-история. С недовесом за 270 рублей. Что мешает вам дойти до ближайшего метро или по пути домой купить себе шаверму на тарелке за 270 рублей, я не знаю. Разве что вы боитесь идти к метро в 3 часа ночи, я так однажды люлей получил, ну ладно. Бефстроганов с грибами 265 грамм, 319 рублей. 300. Я глубоко извиняюсь, он пахнет сырой мукой. Троллите, что ли? У меня ощущение, что это из хлопьев разведенное пюре. То есть это не пюре из картошки за 319 рублей. А где
блять, мясо. Че, троллите, что ли? Вываливаем. То есть вот это говядина с грибами? Вот это говядина с... Народ! Это гриб, огурец, гриб. И вот это... Вот это говядина... А, вот еще, кажется, кусочек. И растворимое пюре. Я не знаю, я даже на Цезарь смотреть не хочу, ну ладно. Ладно, народ, последнее. Цезарь, 170 грамм за 300... 400 рублей, 399 рублей. 170 грамм, здесь 244 грамма, но это понятно. 4 креветки. По-моему, это даже не пармезан. Дайте угадаю, соус мазик с кислинкой. Я не знаю. Мой вердикт. Я понимаю, сейчас, возможно, там пиар-служба Достоевского смотрит такая. Наверное, это продажный обзор. Нас оклеветали. Чуваки, взвесьте то, что вы доставляете сами. У вас 80% блюд пошли с недовесами. Посрать, что у них граммовки стали меньше. Хотя нет, 280 грамм. Я не помню, какие тогда были граммовки, но весело 80% продуктов у вас весили больше, были дешевле. Сейчас они не укладываются даже в собственные граммовки у вас на официальном сайте. Понимаете? У вас в бестроганове с говядиной и грибами вот столько нахер говядины. Там чайной ложки говядины, блядь, нету. Плюс нас кинули на Филадельфию. Я не знаю, вот как вы это... Как это... Наверное, это нас оклеветали. Вы на свою пачку свою наклейку наклеили, я при вас ее открыл. Там не Филадельфия, а написано Филадельфия. Нас кинули с Филадельфии через писюн. Я уж не говорю, что мидии вы заливаете просто майонезом к хренам. А в боуле с лососем, у вас лосося там столовая... Короче, все, что это было, это мое оценочное суждение, а то еще потом в суд подадут. Удали ролик! Такие бывают, такие пишут. Удали ролик, это клевета. Это мое собственное мнение, я все взвешиваю на камеру для своих подписчиков. Можно ли есть Достоевского? Да, но это очень слабо, это чудовищно слабо, это очень-очень слабо. И уха с лососем была, я помню, она более-менее сливочная была, а сейчас просто молоко с водичкой. С вами был Серега. С вами Дарюша. Кушайте много, кушайте вкусно, ну, мои полномочия, все. Ставьте пальцы вверх, всем пока. Сказал, вот что привезли, то и показал.